Грех ли, если нет желания жить? Если да, то как с этим бороться? Ничего не радует, ничего не интересует. Чувство усталости от жизни, отчаяние какое-то. О самоубийстве не думаю. А так иногда прошу смерти у Бога. Тут же, правда, пугаюсь, потому что вроде должна в ад попасть по грехам своим. Как заставить себя радоваться жизни? Мне кажется, вы просто очень устали. Вы просто очень-очень сильно устали. Причем эта усталость такая не сиюминутная, не из-за того, что вы 2 дня работали очень усиленно, да, или неделю. А это накопившаяся усталость годами, которая накапливается. Вам нужно просто отдохнуть. Вы эмоционально тоже устали. То есть по всем вот по параметрам у вас накопилась большая усталость. И из-за этого у вас нет желания жить, и вам ничего не интересно, вас ничего не радует. Вам нужен отдых, очень хороший отдых. Тогда у вас появится интерес к жизни и способность радоваться чему-то.